Доброе утро, дорогие ученики и их родители. Сегодня самый торжественный, самый волнительный и самый важный день в жизни выпускников. День последнего звонка. Последний день школьной жизни выпускники проводят, сидя дома. Несколько месяцев дистанционного обучения завершаются дистанционным последним звонком. Но и на него, по всем традициям праздникам, вчерашние школьники собрались нарядными и с ленты выпускника через плечо. Со многими рядом были родители. К конференции подключались и гости. Выпускников семи школ поздравил глава района Тимур Нагуманов. Это лицей номер 2, школа номер 20, номер 16, 24, 25-21 и школа в русском Акташе. В общей сложности в этих учреждениях 11 класс заканчивают 387 учеников, 9 класс 808. Выпуск 2020 года, он особенный, тут, наверное, даже без преувеличения можно будет очень долго говорить о том, как непросто вам сейчас приходится в этих условиях. Последний звонок, праздник получился такой очень специфичный. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я на самом деле верю, что профессионализм наших учителей, ваши старания, ваше усердие, которое вы проявляли в течение всего периода учебы, они не сдадут перед вызовом вот этих вот сложностей. Основательно к виртуальному последнему звонку подготовилась и школа номер 23 «Менеджер». В интернете они запустили трансляцию праздничного фильма. Его подготовили выпускники, учителя и родители. С середины апреля планировали сюжет. С начала мая начали записывать видео. Школьники благодарили своих любимых учителей. Классные руководители 11 А и 11 Б решили поздравить своих ребят по-особенному. Они надели школьную форму и станцевали под переделанную песню из фильма «Мэри Поппинс». И опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, пусть не забудут никогда. И в конце многолетняя традиция последнего звонка. 27 выпускников показали, как они отпустили воздушные шары в небо. А 38-минутный фильм останется в памяти, который всегда можно будет пересмотреть. Ну а вы сегодня, став выпускниками, отпускайте в небо фейерверк шаров. Полетели в небо разноцветные шары, детские мечты пусть с ними улетят. Вы теперь взрослее стали и должны помечтать о большем, чем вчера мечтали. Татьяна Леонтьева, Лейсан Авзалова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.